Всем привет! Первый взгляд на игру Steampunk Tower 2. Показываю настройки. Вот такие, но особо их и нету, собственно. В первую часть я не играл. Написано, это стратегия. Это я просто начал там игру, протестировал, сюда работает. Написано, что это стратегия, но в комментариях пишут, что это Tower Defense. По скриншотам тоже не совсем понятно. Ладно, давайте уже смотреть. Так, ну, это, видимо, вступление с обучением. Тра-та-та. Я такой-то лорд. Добро пожаловать в мое последнее пристанище, секретная база. Создана для поддержки нашего главного оружия, летающего транспортера боевых башен. Ну, это, видимо, есть. Так, куда еще? Просто нажимайте, да? Мышкой нажал. Так, это война, свидетельство моих ошибок на старых. Культ должен быть уничтожен. Лорд Бингем, какая-то няшка тут. Первый помощник Натали. Какие-то разведчики движутся в нашу сторону. Придется учиться на практике, ну давайте. Так, это наша база. Пока здесь только основные сооружения, но мы планируем построить целый город для выбора миссии. Откройте глобальную карту. А, вот это вот наша база, а вот это вот глобальная карта. Сюжетная миссия обозначается красными конками и конками. Случайные стычки с врагом желтыми. А особые миссии синие. Нажмите на башню. И чё? Далее, что ли? Перед началом миссии мы должны выбрать пушки, которые загрузим в башню. Сейчас у нас только два пулемета. Кликайте на них. Бой. Это что, такая загрузка или это уже... Оригинально. Жми сюда. Подожди, а что я нажал? А, это волна, наверное, пошла. Так. Это скорость. Жмите на пушку и передвинь ее на правую сторону. Так что... Слушайте, а прикольненько, мне нравится. Блин, прям очень даже прикольненько. Я люблю Tower Defense. Ну, это пока что вначале прикольненько, не знаю там насколько. Вот так вот, короче, передвигаем их. Это что, это настройки? А это скорость, наверное? Да, вот это вот скорость могу регулировать. Прикольненько, так такие темненькие штучки. Так, а это что? Это патроны. Вот это я не знаю, что. И вот это... Победа. Все, башенку нашу забрали. Башенка похожа на... Не буду говорить, что у меня пошлая ассоциация. Напишите, какие у вас ассоциации. Особенно, когда она вниз полетела. Так, опыт. А, надо сундук нажать. Каких-то ништяков нам дали. Непонятно, что это. На них нажимаю, ничего происходит. Там принять. Задание, что группа разведчика завершена. Награда 20 опыта, наверное, и 250 бабла. Господи, чуть не уничтожили мою башню. Врагов было не так много, а башню вернули разбитую в хлам. Абигейл. Знакомься, Абигейл. Это механик-изобретатель. Но она странный язык. Загрузили меня всякой работой. Потому что ты способен справиться с этим. Прошу помочь командиру, показать ему, как производить улучшать пушку. Хорошо, за мной. Ну. Че, сюда что ли щелкать? На базу? Наверное, на базу. Да, вот. Вот сюда щелкай дальше. Для начала купим еще один пулемет. Вот это что? Зайдите в лабораторию, чтобы лучше пушку. Только не трогайте ничего руками без моего разрешения. А здесь показано возможность улучшения для каждой пушки. Чтобы получить доступ к улучшению, достаточно... Нужно, короче, определенное количество деталей. Перетащите особую деталь на окно разработок. Вот это что ли? Детали сюда? И на вот
вот это что ли нажать? Бронебойные снаряды, а это что? А, на это не могу нажать. Ну ладно, давай. Так, я какие-то бронебойные снаряды получил, они вроде плюс один к урону дают. Вторую группу противника уничтожим. А это нам покажет, как использовать переизбыток пара в пушках. Так. Не понял. А это что я нажал? Что-то много всего прям намудрили. Прикольно, прикольно. Как только починить башню, я не понял. Говорит, почини башню, а как ее починить? Да это башня, что ли? А, вот починить, да. 60 баксов. Давайте. Так, много пехоты, воздушные прототипы. Слушайте, а можно ли... О, можно ли... Это что такое? Полезная деталь, полезная деталь. Не понял, что я даже сделал. Какие-то детали туда потратил. Может быть, я неправильно сделал, за это не отвечаю. Еще бы одну пушку. А улучшить ее могу. Эта пушка. Вот эта пушка одна улучшенная. Короче, что-то я не могу пока, да? Ну, давайте я все равно построю ее, хотя пусть простецкая будет. Только одна пушка вот с этими патронами мне. Ладно, погнали. Ну, 4 пушки, круто. Чем скорость. На колесико, кстати, не приближается, ну ладно. Вот на это, когда щелкаете, вам, по идее, должны больше бонусов даваться, но быстрее волна начинается, то есть больше шансов, что вы проиграете. Какие-то бронированные. То есть, ну, они не так быстро дохнут. Ну, это, по идее, самое начало, так что тут легко со всеми справлюсь. Уровня сложности, кстати, я не заметил. Не знаю, дальше или кто-то будет. Каждая пушка набирает перегретый пар для супервыстрела. Когда пушка загорелась синим свечением, нажми на нее и перетащите прицел на врага. Пушка слежит супербыстро. В смысле? Вот так что? Ой, а как отменить супер выстрел? А, понял. Отлично. Так. Столько разных фиговин нам дают. Про переизбыток пары этот. Так, второго уровня достиг. И доступна куча зданий. Нужно лабораторию тяжелых пушек построить. Давайте построим. Так,
калибр. Теперь вы можете построить тяжелые пушки. Можем работать наемниками, какие-то местный культ угрожает жителям, типа мы можем им помочь. Ну это то, видимо, о чем говорили всякие второстепенные задания. Не могу я тут никуда щелкнуть, вот сюда только. А это, кстати, мы в Испании находимся, если это карта Европы. Мне что не нравится, то что мне одну только мне пушку дали. Тяжелую. А, там можно перепроходить миссии. Я сейчас посмотрел, там автобой какой-то есть, там написано типа. Там если вы прошли уже. Ну-ка, я могу вот так вот заменить их. Да, наверное, я вот так вот могу их переставить. Что-то она не переставляется. Эта пушка, она только... Пушки тратят патроны во время стрельбы. Перезарядка пушки быстрее по центру башни. В смысле? А, то есть ее надо сюда отодвинуть, тогда типа будет быстрее перезарядка. Вот эта желтенькая полоска, это по... Есть зарядка. Это вообще не заряжается. Да, раздамажили. Входящее сообщение. Культ начал вторжение в Португалии, какой-то там секретный проект. Защитить его надо. Опять русские какие-то. Так. Это что? Я разведал, а вот там как раз задание. Так, ладно, мне надо отремонтировать башню. Вот это я не знаю, что. Это что? Жилой район. А это? Ну это типа как налоги собираем. Это все запутано. Чего вот это вот, что ли, хрень построить? А у меня этих кристаллов-то... У меня нету кристаллов. А улучшение сколько будет стоить? Что такое? Это типа как раз какие-то вот улучшения есть.
10 скорости стрельбы. Это выбор, какую ветку прокачать. Либо плюс 1 к урону. Давайте плюс 1 к урону. Так, могу еще, конечно, улучшить, но... Так. Ну ладно, пока думаю, этого хватит. Все отремонтировано, все отлично. Короче, вот это какие-то детали, которые мы собираем на поле боя, и их вот сюда вот так вкачиваешь, смотря во что ты вкачиваешь, либо в саму башню, либо в пушки там. И они, короче, дают это. Такие ништяки. А это что, силы культа атакуют? А вот эти золотые что? Перезарядка, конечно, вот накаляет немного, а так, в принципе, все нормально. И надо саму башню как-то апнуть. Не, в принципе, классная такая годная игрулька. Пишите тоже, что думаете в комментах. Все, быстренько победили. А это что? Тоже какие-то задания везде. Так, это я так полагаю, что вот эта башня. Во. Инструкция, плюс один этаж. А это что? Плюс один заряд для супероружия глаз. Для этого у меня нету. Тоже деталей нет. А это типа какие-то патроны необходимо для пушки оса. Это я уже типа проходил или что? А, стоп, стоп, стоп. А, это вот они кристаллы расходуются, короче, на строительство пушек, поэтому такой гемор. Так. Ну ладно, буду проходить дальше. Как бы эти кристаллы еще зарабатывать тоже. Нифига себе, я проиграл первый раз. Интересно.
уже зарился на ремонт, кстати. По деньгам дороговато. Ну просто не надо было, там патроны кончились, и я не заюзал еще вот этот паровой выстрел. Совсем расслабился, что называется. Интересно, в зависимости от уровня башни волны тоже усложняются, типа или что? Вот иногда, конечно, он почти еле живой. Иногда, конечно, очень не хватает вот, ну как-то, короче, мышкой не попадаешь просто. Может, надо научиться, я не знаю. Да ладно, опять проиграл. Ну, видимо, эта миссия слишком жесткая для меня на данном этапе. Вот основная какая-то, да, миссия, по идее. Давайте отремонтируем сначала. Смотрите, по деньгам уже просел. Пять волн. Ну да, эта пушка круто, она всякие бронированные цели рушит. О, в эту сторону меня приключила. Может, это значит, что надо здесь сконцентрироваться на этой стороне. Мы готовы к запуску главного орудия башни. Активируйте глаз, потом кликните по врагу. О, вот тут прикольно. Видишь, как око Саурона. Эти хрени получил. Все. Вот Виктора, ну, русского типа. Вокзал построить. Даст доступ по каким-то особым миссиям.
нам не дают отхилиться. Военные миссии, есть дипломатические, разведка. Вот. Вот я отправил. Получить груз специальной миссии. Еще один город защищать. Сейчас будем. Ну, башню. А это что? Фешенебельный район. Это. Ну вот опять же, чтобы улучшать пушки, нужно на них детали тратить. Если я потрачу на них детали, то на что-то мне еще не хватит деталей. Мне все равно сейчас не хватает, как бы. Так, и чё? Это чё такое? А, вот он едет, типа, туда. И это время на возврат. Я вот только не пойму, силы культа атакуют через 10 минут 53 секунды, чё это? Что это даст? Вот я сюда щелкаю, ничего не происходит. Напишите в комментах, если вы поняли. Уже на миссии. Это разведать типа надо. Две тяжелых пушки надо. А у нас две, так две думаю. Блин, опять все кристаллы потратил. Все правильно, неравномерно распределены. Бонусы. Это что ли, кровавый луч типа? Ну, давайте протестируем, что за кровавый луч. Какие-то бочонки еще. Шесть волн. Правый луч уже доступен. Короче, нажимаю, когда эту самую вызвать волну, быстрее, то получаю больше этого пара. Такие картиночки миленькие. Блин. Вот зарядка, конечно, бесит. А, он заряжает, она заряжается тоже быстро, но когда полностью расходуется боезапас, в общем. Ух ты. Сейчас время для улучшения. А это что? Как бежит свиток этот удар, просто дайте мне верные координаты. Нехило.
100% хп. Надеюсь, бонусы дадут. Еще опыт я не разобрался, на что он тратится, или не заметил. Какие-то враги там бывшие обращаются. Улучшить вокзал. Давайте улучшим, потому что у нас тут задание, собственно. Куплю на втором уровне. Улучшенный пулемет, типа. Ну и чё, я его не могу улучшить? А, нужно что-то там захватить. Так, чё, мне сюда, типа? Может, без бабла обойдусь. У меня так это всевидящая ука есть. По крайней мере, я выяснил, что не обязательно пушки сюда откатывать. Хотя, может быть, для там комнаты задротства. Конечно, желательно. Я люблю так Tower Defense, что просто строишь там все прочее, но никак кликерик там прям отзывать пушки, снова их там куда-то потом ставить. Чуть-чуть оставалось. На рандом, интересно, награды даются. Завод надо.
больше пушек типа смогу ставить. А, вот, надо их, короче, контролить. Вот сюда еще мне. Какие-то новые, смотрите, десантники. Дожидаясь перезарядки, кстати, используем эту хрень. Способность паровой выстрел. Дожидаться перезарядки. В смысле, то есть ее надо каждый раз покупать еще вручную или еще? Свои приколы какие-то. Хотел продержаться в бою. Так, подождите, мне вот что интересно. Да, нужно заказывать, короче, такой гемор. Бонусный уровень синий. О, теперь уже золота мне не хватает. Что, мне башню что ли лучше?
Почему я не могу? А вот так вот, забыл совсем оставить деталей. Ну ладно. Уникальную пушку какую-то мне дадут в награду. Ой, а чё это у меня только так мало всего? Мало совсем у меня пушек, какая-то бонусная серия. Да уж. Тут тяжело на этой бонус-миссии. Ну что-то было про клавиши 1 и 2, интересно, что это. Это переключение скорости, смотрите, вот я это на цифрах нажимаю, 1, 2, 1, 2. Вот это башенка второго уровня лучше. Много, короче, в этой игре что прокачивать, много всяких способностей. То есть нельзя сказать то, что описание не соответствует. В принципе, на безрыбье. Ну даже я думаю не на безрыбье, почему, даже прикольное в принципе. Так это я уже проходил, типа. Че, их можно повторно пройти или что? Ну допустим. Ну да, короче, повторно их проходишь и... Жалко, вот деньги, что автоматически не собираются, немного подбешивает, как в каком-то кликере, опять же. А вот это вот что, зарядное хорошего качества. А, ну типа он много дает. Апнул пушки. Это что такое?
Опять это задание, так. А, ну чё ж делать-то? Еще какой-то брифинг. Или бонус миссию все-таки пройти. Попробовать еще раз. Почти проиграл я. Все, проиграл, да, очень сложно. Вот эта вот волна, когда очень много пехоты, вообще хрен знает, как тут ее проходить. Давайте сюжетку попробуем пройти. Потому что она полегче будет. Скорее всего, полегче. Продержаться надо типа 3 минуты. Ну, 2 пушки. А, у меня же один выстрел есть, я все забываю. Если он бонус на миссии у меня тоже был. В принципе, можно было там, ну, шансы были. Продержался. Короче, я так понял, что эти части, какие они там выпадают, они особого значения не имеют, просто это влияет на то, сколько они дают бонусов к прокачке этой хрени. Если я ошибаюсь, напишите в комментах. Вообще напишите в комментах, что по-вашему надо качать. Обязательно напишите. У
ну бонус миссии, ну-ка. Там выстрел пушки есть? Нет, выстрела пушки нет. Значит, там надо как-то очень быстро все это переключать. Эта пушка все равно прикольная. Я прям как снос. Что-то у меня хп уже мало. Да, имеет смысл их вот так вот, одна наверху, другая внизу, чтобы быстрее зарядить можно. Здесь я прошел. Да, прошел. Фух. О, мне дали пушку. Короче, от уровня зависит, какие строения доступны, типа. Где это с дробовиком? Да, вот. Злость называется. Индустриальный центр уровня 2. Где вот это? Это лаборатория. Вот это? Так, а где индустриальный центр? Центральный район, железнодорожный район, склад. Вот это индустриальный центр. Да, мне шестой уровень нужен, а у меня только пятый. Еще одну пушку просто могу купить. А, вот я могу еще плюс 2 задания башни. 4 урона для супер-зэгла. Стоп, я не ту пушку купил. Или ту. Нет, нет. Я злость вот эту вот должен купить. Я ее не могу купить, да? Секиру только могу. Ладно.
Тут я могу улучшить. Лаборатория тяжелых пушек. Ну, блин, то одно к другому. Плюс 13 к дистанции огня, плюс 10 снарядов. Даже не знаю, что лучше. Что, плюс 10 снарядов там? О, еще могу. Плюс 20 снарядов. Плюс 30 к дистанции огня. Пусть плюс 20 снарядов будет. Все, истратил все эти штучки. Брифинги, блин. Почему-то мне убрали одну. Так. Сейчас тут можно купить? До того, как они толкнули все эти насмерть. Это будет реально неудобно. У меня правая луч есть. Ну-ка, автобой попробуй что-то. Вроде тоже что-то прикольно. Еще раз автобой? Нет. А это что? Какую-то пушку типа. А, нормально. Такая игрулька, она не напрягает, ну местами его напрягает, но меня только напрягла на бонусной миссии вот с этой перестановкой пушек, значит прогрессива атака, в принципе можно и не особо напрягаться. Thank you.
миссии кончаются, что ли? Что значит красная военная миссия, а желтая дипломатическая? Они еще бабла стоят. Да, это Tower Defense, такой, просто тут много опций, хотя в принципе в Tower Defense тоже бывает достаточно много опций, здесь много разнообразия достаточно, в то же время нельзя сказать, что это переизбыток, по крайней мере пока. Один правый луч потратил. В принципе, ладно. Вот основная миссия какая-то будет. Вот ремонтировать на эту хрень. Символ. Символ у меня не получает. Ну сейчас будет. Есть. Может, надо было эти пушки заказать опнуть. Единственное, не думаю, что надо вот эти пушки заказывать из завода. Вообще это можно забыть. Удобно. Thank you.
Ой, это что? Это засада для Винстек, слишком много. К счастью, мы сняли электрооружие на вашу башню, запускайте волну молнии. Нормально. В запасе даже еще что-то не осталось. Четыре пулемета. Чуть-чуть для уровня просто не хватает. Ой, я понял. То есть бонусы вот эти вот им даются, бонус агента в зависимости от миссии. То есть, смотрите, она благородная интриганка, значит ее надо направлять на дипломатические миссии, а его наоборот на военные. Че, я две пушки? Не понял. Захватили эту миссию? Ну-ка, авто... Красненько стало, отдохнуло. Бабла нет. А, у меня полный склад. Интересно, сейчас босс будет? Прикольно, как чик-чик. Это, наверное, вот электричество подходит, когда очень много пехоты.
Изи. Что уровень получил? Смотрите-ка. А, блин, опять денег не хватает. Пушку тут еще злость, но еще одной такой нет. Золота не хватает. Ну-ка, я могу автобой или что? А если я откажусь, я не могу отказаться от этого бонуса. Иногда в Tower Defense, если отказываешься от бонуса, тебе там... Ну, короче, дадут какие-то бонусы. Как бы это парадоксально не звучало. Надо продержаться определенное количество времени. Зря я вот эти вот, конечно, не знаю. Я это не могу что-то. По крайней мере, здесь вроде бы нету штрафов, но я не помню. Thank you.
Так. Так, я... О, у меня бабла уже нету. Баблу-то откуда брать? Тут коп-то дается, пишет. 70. 190, ну вот 100 может. Где гром? Опять продержаться надо. Этих используют как смысл пока там, например, на данном этапе игры. Может быть, потом там будут какие-то сложности. Да там будет с базаром, конечно, не используем. Четыре монеты всего лишь, вы что шутите? Как мне бабло получать? А, как разберусь, надо будет с ней играть. Неужели вот только вот в этой хрени ждать? Сколько тут ждать-то надо, хоть пишется? В принципе, конечно, можно ждать долго, но это бесит. Это вот минус у игры, если я так говорю. И это типа перепрохождение миссий. Что оно дает? Вот, короче, осталось подождать 2500 и открыть эту Францию нужную. Ладно, на этом, думаю, все. Пишите в комментах, что думаете, ставьте лайки. Если не подписаны, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Всем спасибо за внимание.